с владельцем еще кто-то стоит, да, мы знаем, что у нас очень много лоббирует. Мы знаем, ну, мы абсолютно взрослые люди, мы понимаем, у нас не все во власти находятся, то те люди, которые бы хотелось, да, то есть у нас очень часто мы умеем покупать, да, а все, что покупается, люди покупают, да, если мы продаем, покупаем, можно покупать места, вот, поэтому сажают не тех, закрывают дело. Вообще для меня это очень больная тема, потому что я иногда смотрю, ну, мне жалко стариков, мне жалко, когда сажают невинных людей. И я, наверное, вот даже не знаю, вот в каких-то ситуациях смогла бы наше законодательство или наше правосудие, я очень много лет назад, много-много лет, где-то лет 30 назад столкнулась, и я услышала, вот у меня тоже были там свои судебные дела, и замечательный адвокат мне, я тогда очень рано начала взрослеть, мне было 25 лет, он мне сказал уникальную вещь, да, ты можешь принести вот такую справку? Я говорю, могу принести любую справку. И он мне сказал, что в нашей стране нужны бумажки с печатью. Вот если она у тебя будет, ты выиграешь это дело. Для меня это был тогда шок, но с тех пор я стала взрослой.